Спонсор показу – компанія «Нова будова». Еще раз лучше? Совершенно верно. Как-то я даже немножко разочаровался. Это слишком ровно. Слушайте, ну не нестабильный был дуэт. Местами а потом провал, а потом потом провал. О, выровнялись хорошо, пошли. То есть вот, ну Илона была убедительней. Да, а я за красную шапку. Слушай, ну здорово, на самом деле, как актер, ну, не знаю, по-моему, ты очень хорошо справился с задачей, да. Чомусь це було, знаєте, без розвитку, початку і кінця. Ну, в кінці було піано. Ніби вам було скучно на сцені. Абсолютно вообще все правы мои коллеги, как никогда. Да, нестабильность, куда-то падали, проваливались. Да, развития не хватало. А я вот с Тиной согласен, но тоже наполовину. Вот знаешь, почему, Илона? Потому что не было холодный разум, горячее сердце. Я вам хочу сказать, было достойно. Но вы можете лучше. И Илона, и Валера. Так мое решение, дамы и господа. Продолжать дальше участие в «Голосе» от моей команды. Я хочу сказать большое спасибо тебе, Илоночке, простить меня. Я хочу еще все-таки доконать все-таки актера и доказать ему, что он может лучше. Валера, дальше ты. Валерій Величко, ти продовжуєш боротьбу за звання «Голос країни». Ми вітаємо, вперед! Це трендець, ребята, це трендець. Час для крадіжки настав. Ілона, на жаль, у цю хвилину ти наш проект залишаєш. Ребята, я вас поздравляю з тим, що ви здесь. У мене, мабуть, найпрочніше крісло, взагалі не шатається. Я думаю, все вийде. Слышите? Все вийде.
Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».